В Камрате в региональной библиотеке отпраздновали Международный день книги. Большинство присутствующих отмечали актуальность и важность в жизни каждого социума этого праздника. В настоящее время, когда другие источники информации оказывают свое мощное влияние для получения человеком тех или иных сведений или знаний, книги могут потерять свою востребованность. Однако книгу трудно чем-либо заменить, отметила заместитель начальника управления культуры и туризма Евгения Люленова. Роль живой книги, она всегда останется, будет. И время уже доказало, что читатели сегодня иногда отказываются от интернета в пользу книги. Поэтому роль книги и роль профессии библиотекаря очень важна и очень нужна, я думаю, и в наше время, и в перспективе это не утратит своего значения. В Гагаузии функционирует широкая сеть библиотечных учреждений. Именно они выполняют значимую роль для того, чтобы книги не утратили свою важность. Для этого и проводятся в библиотеке такого рода мероприятия. Сегодня наша библиотека располагает читателями около 2500 детей приходит к нам. Фонд библиотеки насчитывает 26 тысяч экземпляров книг. Это книги художественные, это книги детские, книги по темам научно-популярные, энциклопедические, по темам космонавтика, сельское хозяйство, рыболовство, то есть по разным тематикам книги. Но сегодня не только Международный день книги, но сегодня отмечается день библиотекаря, профессиональный праздник библиотекаря Республики Молдова. Начал он отмечаться в 2010 году уже основательно, и поэтому сегодня библиотекари всей Гагаузии отмечают, и всей Молдовы, свой праздник. Я хочу пожелать своим коллегам, чтобы они были здоровы, были счастливы, чтобы они не покидали свою работу, чтобы у них были читатели, чтобы они в хороших условиях работали. Это очень важно, потому что очень много библиотекарей сегодня работают в плохих условиях. В детской библиотеке всегда есть читатели. Несмотря на раннее время, в ней уже присутствуют учащиеся общеобразовательных школ. Они поделились с нами своими предпочтениями в выборе книг. Предпочитаю читать Пушкина Александра Сергеевича. Но больше всего мне нравится его поэма. Мне нравится Агния Барто. Она пишет много стихотворений про детей. Мне больше всего нравятся книги, потому что в компьютере неинтересно, в телевизоре тоже. Мне тоже нравятся больше книги, потому что от компьютера портишь глаза. А чаще всего я посещаю библиотеку в своем лицее и детскую библиотеку. Когда не нахожу там нужный материал, я прихожу сюда. Я читаю, я узнаю много нового. То есть я открываюсь, может быть, с новой стороны. И исходя от того, что я читаю, я выбираю свой дальнейший путь. Книга – носитель информации, основа образования и творческого роста. Она дает возможность рассказать о культуре, традициях, самобытности каждого народа. Читайте больше, любите книгу. Такие пожелания прозвучали во Всемирный день книги в Камрате.